Мода, как известно, циклична. И сегодня фарфоры, в частности статуэтки, из него снова в моде. В магазине «Ангел» из этого хрупкого изящного материала десятки изделий. Вот эти статуэтки сделаны в Италии. Фирма «Павон» специализируется исключительно на изготовлении таких фарфоровых вещиц. А еще «Лефарт», «Милорд», «Ленарди» – все эти фирмы производят фарфор самого высокого качества. В магазине «Ангел» компании представлены посудой и сервизами. Их можно купить целыми наборами на несколько персон. Некоторые даже украшены стразами с Воровские, другие с узорами ярких оттенков. Такая посуда станет украшением любого стола на любом торжестве. А еще вазы – элегантный и богатый элемент интерьера. А это свадебная коллекция, красивые рамки в светлых тонах, окольцованные бокалы для молодоженов и еще масса приятных сувениров, которые, например, могут занять достойное место на свадебном столе. В магазине «Ангел» большая коллекция всевозможных шкатулок. Кроме того, ручки известной фирмы «Лягер». Они тоже могут стать отличным подарком. Так же, как вот такие коллажи из натурального дерева. Отличный сувенир для мужчин. Также в ассортименте статуэтки из сусального золота, настенные часы разного размера и дизайна, подсвечники, напольные вазы и оригинальные упаковки для всех этих вещей, которые могут стать не только прекрасным украшением интерьера, но и замечательным подарком на любой праздник. «Ангел» – это не просто магазин, это магазин-склад. Все товары можно купить в розницу по оптовым ценам. А для оптовых покупателей действуют специальные предложения. Магазин «Ангел» находится в торговом доме «Людмила Плюс» на Донской 3/3 рядом с торговым центром «Море Молл». Все вопросы можно задать по телефону 8-988-2-377-677. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».